Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impaled, а мы продолжаем играть в Трансформеры, битва за темную искру, и у нас это часть 11, разведка. Ну что, погнали. Сигнал отслежен и заблокирован, глушу передачу, команда охотников, приведите ко мне. Мы запечатали двери, на этот раз он не сбежит. А нафиг. Блин, почему я туда запрыгнуть не смог? Это обидно. Вообще, я считаю, самое лучшее пухо в этой игре, это вот это, в которое я сейчас стреляю. Здорово. Компьютер, сломайся. Так, ну кто там на меня? Ты? Отличненько. Последнего, что ли, прибить? Ну и куда ты убежал? Фак, тебе повезло. Как же круто их бабах, хотя столько страданий. Тут у нас энергончик, да? Ладно, энергончик нам не нужен. Ты чё? Отличненько. Прибил. Ух, нифига ты полетел. Так. Ага, вон он. Я сейчас прям слету. Ой-ой-ой. Серьезный мужик там был. Ничего себе, в хэт я ему там прострелил этой фиговиной. Ну чё, друзья? Где он? А, вот. Да, я косанул жутко. Ух! Козлы. Дайте мне вкусняшку. Энергонный сборщик. Я из вас высосу весь энергоан. А, ой, патроны. Отличнее. Вообще отлично. Ну идите сюда. Чё пушка не меняется? Да неужели? Давай. Тебе надо подлечиться, Би. Нифига, как хилит-то хорошо. Я высу весь энергон. Во, отлично. Меняться пушка стала. Какого фига тут стингер? Жаль, что Мегатрон уже не функционирует. Он всегда щедро платил, и он сменил сторону. Моя старая личность, мертвые Мегатрона. Твои игры в честь ничего не стоят.
Значит, хочешь, из тебя выйдет перебежник, лучше некуда. Мне даже не придется использовать темную искру, так и так легко менять стороны. Каждый день я живу в искуплении прошлого. Ты можешь сказать то же самое? Меня утопили твои банальности. Продолжайте допрос. На нафиг. Our communications with Optimus are jammed. Then we will rely on each other. Ну чё, погнали, вам всем кранты. Отряд Гамма, уничтожьте автоботов. Проверим, какие вы храбрые автоботы, так легко не сдаются. Ой, пожалуйста. Фух. Наступление. Всех поруби. Здорово, Бамблби. Отряд Альфа. Все еще ищем груз, сэр. Нам нужно... Продолжаем искать и отвлеку автоботов. Что это вообще было? Ну тебе повезло, а. Все, сюда идем. Ага, фиг, да? Сайонара. Че это не рубанули? На нафиг, жиротрес. О, ну все, 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 снимал кранты. Всем. Только походу мне сейчас кранты-то будут. Так, ладно, дрифт, отдохни. Вот эти простреляй пока. Блин, а, они не кончаются. Куда бежать? Есть куда убежать. Бамблби, открой. Так, добавьте оружие. Блин, зараза. А мне какую-нибудь коробку давали? Нет, не давали. Вот. Вот подстава-то. Давай другую тогда. Я могу в тебя измельчителем покидать. Еще могу за место этой штуки. Вот эту взять. Это тоже хорошая, говорят, штучка у нас. А, блин, я ж тебе лучше его. Возьму. Ну чё? А, говнюки. Десептиконские. Точнее, охотники. Могу так бесконечно. Вообще красавица, безумие ты, чувачок. Куда бежать? Сюда, наверное. Ну да, так и есть. Не, если серьезно. Где-то дверь открылась. Или не открылась.
пипец. Или я там не допередел. Может, тут открылось. Нифига. Опа. О, как хорошо им диск-то залетел. Еще один. Автоботы, познакомься с моим самым новым наемником. Что прикажете, хозяин? Разбери автоботов на запчасти. Принято. Шер, у меня возник план. Беги. А, я высосу из тебя все. А ты, кстати, лошок. Я из тебя сейчас все высосу, что у тебя только есть. Ух, вас тут два. На-ка. Ах ты. Долго мне на тебя драгоценный патрон тратить? Вау. Тише, тише, малой. А, мы же сбежать должны, ёкарный. Мы ж можем просто взять и сбежать. Их не победить, нам надо сбежать. А этот все патроны слил. О, ва! Иди нафиг. Валим, валим, валим. Быстрей. Быстрей гони, би, блин, гони. О, здорово. Ну, скажите мне то, что вы мне дали нормальную коробку запчастей, а? Пожалуйста. Ручник, вилджик. Нифига, да? Опа. Фак. Здорово, 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 здорово. Так, все, я газую. Фак, вот что ты такой? Вечный огончик у меня. И что дальше? Да нам бежать-то, Аби? Ух, я монстр-то, а. Да пофиг. Да чё вы все такие непробиваемые-то, а, сволочи? Никого не собьёшь тут. Ну, скажи, что я его сбил. Я хочу эпично. Давай, грузи. Зараза. Почему тут они не сбиваются? Братишки, давайте жить дружно. Бамблби.
Я попробую, конечно, помочь. Да где мои ракеты? Зараза. Патроны кончились. Сдохни. Ладно, сюда быстренько. Так, где мне туда, слышь? Фух, вам с Богом. Вам жопа. Так, ладно, я пробрался. Вон терминал, сейчас подхилюсь. Отличненько. Терминал. О, хорошо. Подхилился. Го-го. Давай, бежим, бам, уже. Бежим нафиг отсюда. We shall make our stand here, then. Значит, здесь будем обороняться. Часть 12 засада. Так, отлично, этих я вырубил. Вот я там убил. Здорово. А во что ты трансформируешься, не скажешь? Верно, не скажешь, да? Вы наемники, все на одно лицо тут. Никакого разнообразия. Ну все, а вот тут вот те кранты. Так, отлично, этих забрал. Тебя сейчас тоже заберу. Офигенно. Так. Они попросту задавят нас числом. Драться с тобой бок о бок. Это было наилучшее, что было у меня в жизни. Нифига! Уничтожьте остатки отряда локдауна. Вау, я теперь за Гримлока играю. Ну-ка, ну-ка. А как сделать захват? Не надо делать захват. Отличненько, энергончик. Вау. На-ка. Разлетелись все. Я Гримлок. На-ка. Офигенски. Кто тут еще? Кью, чтоб перейти в режим робота? Нет, спасибо. Хотя... Так, ну чё? Накажем тебя, а? Я Гримлок теперь. Да сейчас я разберусь с этим.
Наемник, блин, тоже не наемник. На к тебе. Недостатки конструкции очевидны. Пропорции корпуса невероятны. Ты будешь уничтожен. На к тебе. Я тебя уничтожил. Дайте мне подхилиться. О, у нас локдаун улетает. Sorry, Optimus. Прости, Оптимус, локдаун скрылся. Люди давно подозревали, что сами навлекут на себя гибель. Сегодня мы подтвердим их опасения. Сэр, автоботы вступили в город. Отвлеките их. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутем Палт. Продолжим... Все мы в следующей серии. Нам осталось совсем немножко уже до конца игры. Потом я вам покажу режим эскалации тут, или как он называется, этот режим. Я забыл, короче, где своих трансформеров выбирать. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.